胡锦总统，您和习近平主席会面有40次了。习近平主席在您看来是一个什么样的领导人？您和他之间有没有一些有趣的故事可以跟我们分享一下？Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее. Это очень важно. Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на 5 минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и также исчезают незаметно. Конечно, председатель Си Цзиньпинь совершенно другой человек. Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Вот, если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться с обеих сторон. Причем. Очень хорошая у нас была поездка. Визит был председателя Си Цзиньпиня в России, и мы потом поехали в Петербург. И ходили на крейсер «Аврора» вместе, значит, катались там на катере по реке Неве в Петербурге. И очень долго, подробно, в абсолютно нейтральной, такой доброжелательной атмосфере с ним говорили и о двусторонних отношениях, о ситуации в мире. Ну вот он недавно приезжал в марте, как вы знаете. Был тоже очень хороший, деловой и визит, который имел очень серьезное значение для будущего строительства наших отношений. Поэтому я надеюсь, что вот сейчас, когда встреча намечается в Китае, эта традиция будет продолжена.